Привет-привет! Всем знакома осенняя хандра? Спасают только котята. Давайте развеем депрессию и создадим яркий осенний макияж. Вот такая женщина вамп. Ну все, поехали. Убираем волосы, чтобы не мешали. На все лицо наношу базу с сияющим эффектом. Теперь смешиваю две тоналки, так как у меня немного загорелая кожа. Я смешиваю темную и светлую тоналку для точного попадания в тон. Для нанесения тональной основы использую Beauty Blender. Маскируем синячки и покраснения корректором. У меня от фирмы MAC. Припудриваю все лицо пудрой, пушистой кисточкой и приступаем теперь к макияжу глаз. В сегодняшнем макияже я использую палетку Chocolate Bar от Too Faced. Обязательно наношу базу под тени, чтобы тени держались целый день и не скатывались. И самый светлый оттенок из палетки наношу на все веко. Мой любимый трюк для идеальной растушевки – вначале в складку века наношу самый светлый коричневый оттенок, затем коричневый потемнее я наношу в глубину и немного коричневого на нижнее веко. Теперь мягким черным карандашом рисую толстую стрелочку и плотной маленькой кисточкой растушевываю эту стрелочку по всему подвижному веку. Сверху теперь припечатываю темным винным оттенком из палетки Too Faced, не выходя за коричневую растушеванную линию. Теперь аккуратно, мягкими движениями все растушевываю. Прокрашиваю реснички, верхний и нижний ряд. Контурируем лицо, сужаю носик и рисую скулу. Румяна не буду использовать в этом макияже, только хайлайтер на скулу. Перед тем, как накрасить губы, я хорошенечко скрабирую и увлажняю бальзамом. Через несколько минут тем же блендером тонирую губки и начинаю их рисовать. Черным карандашом обвожу губы, затем кисточкой все хорошенечко растушевываю. Растушевываю подводку по всем губам. Растушевываю контур по всем губам. Главное не выходить за границу. Теперь наношу первый слой помады. Смешиваю несколько оттенков. Сливовый и красный. Помада у меня жидкая, матовая. И затем припечатываю теми же тенями винными губки. И корректором обязательно поправляю контур при помощи какой-нибудь тонкой плотной кисточки. Если ваши губы немного подсушивают, смажьте их бальзамчиком внутри губ. Вот и все, наш яркий осенний макияж готов. Всем спасибо за просмотр и минуточку внимания. Приглашаю вас к просмотру свадебной прически, которую я создала специально для канала All Things Hair Russia. Если вы хотите ее посмотреть, то кликните на окошко. Пока-пока!